Внимание, внимание! Новинка этого сезона. Новинка наших эфиров — костюм Эмилиана. Вы видите этот потрясающий блеск? Вот что сегодня у нас с вами в моде. Но это не просто блуза. У нас две вещи по одной цене. И блуза, и юбка. Цена премьеры 1999 рублей. Сразу хочу разделить цену пополам. Вы получаете свою праздничную тунику всего лишь за цену менее 1000 рублей. Такое бывает раз в полгода. Это сенсация сегодня у нас. Поэтому успевайте, дозванивайтесь. Предложение ограничено. И у нас есть 3 цвета на выбор. У нас есть золото, это в черном цвете, который Елена держит. У нас есть бирюза, вот такой невероятный оттенок. Но твой цвет какой красивый, серебро, ты как снежная королева, серебро на синем. Да, Лена, я выбираю серебро. На синем заказе этот цвет будет называться серебро. И не забываем, что мы, конечно, получаем 2 вещи по цене одной. У нас совершенно полноценная бархатная юбка, и у нас невероятная сверкающая вечерняя блуза. Ну, это и блуза, и туника, Лена, да, потому что мы ее так под себя будем регулировать, мы ее под себя будем подстраивать в зависимости от нашего настроения и наряда. Не ждите конца презентации, дозванивайтесь прямо сейчас, потому что такие предложения встречаются крайне редко, и я вижу такое впервые. 1999 рублей цена, давайте же скорее подбирать размеры. Размеры у нас от 50 до 60. Вы посмотрите на нашу Светлану, ну, восточную красавица. Ну да, еще бы, Лен, ты знаешь, на самом деле, возвращаясь к размерам, мы выбираем размер в размер. Если есть разница между верхом и низом, то мы выбираем на, ну, соответственно, по большему размеру. Но не забываем, что ведь это брендовая вещь, это бренд Благов, который шьет и знает именно формы наших женщин, знает их потребности, знает, как сделать их еще слушайте, краше. Ну какая красота! Вы только посмотрите, черный бархат, изумрудно-зеленый, темный синий сапфир, да еще и в таком обрамлении. Вот это то, что самое говорят, что когда бриллианту нужна хорошая огранка. Вот она, ваша огранка, и вы в этом костюме словно бриллиант сияете. И все это за цену 1999 рублей. Разделите цену пополам. Сколько стоит одна туника? Сегодня вы приобретаете ее за менее чем 1000 рублей. Дозванивайтесь уже сейчас и оформляйте свои заказы. Слушай, Ань, ну я знаю, что бархат — это вообще материал, во-первых, он дорогой, во-вторых, не каждую вещь из бархата вообще сошьешь, потому что шить его невероятно сложно. Ну а потом носить его как? Это же бархат, это же королевская ткань. Ну, естественно, Лен, бархат у нас относится в полной мере к разряду статусных тканей. Бархат всегда для себя выбирали, конечно же, особо голубых кровей, да, короли. Ну, теперь уже бархат можем себе позволить и мы, потому что раньше его производство стоило очень дорого, позволить его могли себе немногие. Но также, ты знаешь, в бархате, конечно, раньше были некоторые минусы. Я помню, у моей мамы, когда я была маленькая, была бархатная блуза, невероятно красивая, но мама все время жаловалась, что блуза не эластичная, так, и, конечно, ей она мешала, ей было в ней неудобно. Так. А сейчас что, вот они, современные бархатные материалы. Лен, ты только посмотри. Это значит эластичность, это значит подстройка под вот нашу фигуру. Да. Это значит, что нам в течение всего дня будет очень удобно. Посмотрите, современный бархат, что он нам дает с вами? Комфорт и, конечно, свободу движения, а самое главное, он дает нам тот самый потрясающий королевский наряд, в котором каждая из нас почувствует себя истинной богиней. 1999 рублей, вы получаете сразу 2 вещи. Это и юбка, и это потрясающей красоты туника. Мне очень нравится, что вот наша блуза, она действительно достаточно длинная, закрывает вот, ну, проблемные бока. Да, Лен, совершенно верно. Если ты видишь, я надела эту блузу и завязала кулиску в районе талии. У меня она получилась действительно в формате блузы. Но мы можем развязать кулиску, мы можем передвинуть зону талии и получить уже на самом деле практически полноценную тунику, которую сможем носить не только с юбками, но и даже с леггинсами, вот, или с какими-то, да, узкими брюками. То есть мы можем разбивать наш костюм и составлять свои самые неподражаемые образы. В этом вам, конечно, помогает костюм Эмилиана. Сразу 2 вещи по одной цене. Слушайте, вот смотрю на таких женщин и действительно вижу настоящие бриллианты. Настоящие бриллианты. Сегодня дозванивайтесь до нас прямо сейчас и оформляйте свои заказы. Забирайте свою огранку,
выбирайте свой блеск и сверкайте. 999 рублей обходится у нас одна блуза только, поэтому цены потрясающие, дозванивайтесь и оформляйте заказы. Слушай, ну туника прекрасно подстраивается, а вот юбка, насколько она подстроится? Очень часто бывает, что, например, на моей даже талии не застегиваются юбки. Лена, подстроится, несомненно подстроится. Это же бренд Благов, который знает совершенно все особенности, ну и наших женщин, и что нам хочется от вещи. Нам, конечно, хочется красоты, но мы не забываем и о комфорте. И вот он наш комфорт. Это эластичная лента в районе талии, которая подстроится под нашу фигуру, которая даст нам необходимое удобство и свободу в течение дня. Мы больше не будем вынуждены терпеть, как жесткие пояса врезаются в нашу фигуру. Вот она, мягкость прикосновения, бархата и эластичной ленты. Посмотрите, подстраивается под вашу фигуру полностью весь костюм, под ваше желание, под ваше настроение. У нас с вами нет никаких ограничений. Вы выбираете по два цвета и правильно делаете, потому что каждый цвет выглядит просто уникальный. А может быть, вы сегодня хотите сделать вот этот потрясающий золотой подарок самой себе или кому-то? Дозвонитесь прямо сейчас и успейте выбрать потрясающий блеск, восточные мотивы, как я люблю эту тематику. И сегодня мы с вами можем даже уже не использовать никакие украшения, потому что в этом костюме вы сама самое настоящее украшение. Дозвонитесь прямо сейчас и оформите заказ. Ты знаешь, Лена, я уже не выдержала и присоединилась к девчонкам на подиуме. Ты знаешь, мне очень нравится, что кроме роскошного стиля, кстати, стиля восточного, я бы сказала, стиль сочетания блестящих пайеток и дорогого бархата, конечно, нас отсылает в восточную роскошь, к роскоши шейхов восточных. Именно так одеваются многие восточные принцессы. Но на самом деле, знаешь, что мне очень нравится? Что здесь бренд Благов не забыл именно еще про все детали нашего кроя. Лен, вот даже если мы взглянем на юбку, только взгляни, это идеальная на самом деле классическая юбка-карандаш, но в бархатном, в дорогом исполнении. Мы эту юбку сможем носить как в повседневном варианте, например, дополняя ее водолазками или джемперами и ходить в ней на работу. Также и в каком-то праздничном варианте, в комплекте, в котором он у нас сейчас есть, Эмилиана, или, например, дополнив ее совершенно другой блузой. Я уже представляю, как вы заходите на работу и как все просто замолкают, потому что такой красавицы больше нигде не встретить. Выбирайте прямо сейчас свой костюм Эмилиана, обязательно сделайте подарок своим близким, дорогим, любимым женщинам, вашим любимым, потому что бархат – это ткань королев. И, конечно, этот блеск сегодня украсит вас. Звонки бесплатные, дозвонитесь прямо сейчас. Невозможно оторвать взгляд от этого сияния. Но ты знаешь, на самом деле у нас бархат переливается. Именно эти переливы всегда пленяли и королей, и особ, конечно, голубых кровей. Это то, что всегда украшало и женщину прежде всего. Посмотри, какая прекрасная выделка у нашей ткани. Ворс блестит, действительно, он сверкает и переливается, и будет привлекать к вам все внимание вокруг, которое только есть. А между прочим, придет сейчас год желтой собаки, она тоже любит блеск, а если вы блистать будете, значит, еще и привлекаете себе и удачу, и благополучие. Слушай, красота невероятная, но после стирки как это все сохранится? У меня однажды было бархатное платье, постирала его, и все пропало. Лен, если будем стирать на деликатной стирке в стиральной машине, то и наша ткань, и пайетки сохранят свой первозданный вид.